Шестиступенчатый автомат Volvo V70, асиновская коробка модели TF80SC. Часто попадает в ремонт с пинками-толчками, с пробуксовками и прочее. Гидроблок часто ремонтируется отдельно от самой коробки, если есть толчки переключений. Если уже пошли пробуксовки, то это, как правило, сгорят фрикционы пакетов сцепления C1 и C2. В нашем случае сгорел C1. Частенько бывают проблемы с гидротрансформатором. Фильтр этой коробки несменный, то есть его возможно поменять только при разборе самой коробки. Ремонт здесь будет заключаться в восстановлении гидроблока, ревизии гидротрансформатора, установке полного ремонтного комплекта, обязательно с комплектом поршней. Вот, в принципе, и все. Люди чаще рассматривают именно ремонт этой коробки вместо БУшки.